Это были студенты военмеха. Более того, аплодисменты, конечно же, могут продолжать звучать. Более того, сегодня на этой сцене практически все выходящие артисты являются либо студентами, либо выпускниками военмеха. И сейчас хочется несколько слов сказать о традициях военмеха. И вот говоря о традициях, нельзя не сказать и о богатой творческой жизни, которая всегда велась и ведется в стенах университета. Слава военмеха – это его выпускники. И если сказать, что вы хорошие профессионалы, это не сказать ничего. Вы блестящие профессионалы. Но кроме этого, вы еще все являетесь творческими личностями. Вот скажите мне, пожалуйста, кто присутствовал в военмехе, может быть, в этом зале, может быть, в другом, 30 лет назад на выступлении группы «Зеленые муравьи»? Вот с чего, собственно, не началось, а, наверное, продолжилось такой вот поступ военмеха. Это ленинградский рок-н-ролл, это летопись российского рок-н-ролла. Это все еще было задолго-задолго до Гребенщикова с его аквариумом. Так вот, ваши традиции не пропали даром. И хотя сегодня «Зеленые муравьи», к сожалению, выступать не будут. И сегодня на эту сцену выйдет, может быть, будущий Гребенщиков. Встречайте аплодисменты. На сцене лауреат фестиваля патриотической песни «Россия молодая», выпускник 2009 года, народный артист военмеха Михаил Смирнов. За роялем студент третьего курса Петр Коломыцев.